Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение, вышел из своего дома, а это была осень, и листья спадали с деревьев. Он схватил две ветки, отчего их листья посыпались. И обращаясь к своему сподвижнику, он сказал: «Когда мусульманин совершает свой намаз ради Всевышнего Аллаха, то его грехи спадают с него, подобно тому, как опадают эти листья».